чтобы люди прочувствовали. Ребята, вот так мы копаем огороды. Лопату подбросили. Тот заряд любви, который был запущен когда-то основателем дома, семьи, он продолжает. И это не просто инерция, которая он так вот и когда-то затормозится, а это движение продолжается. Вот я считаю, что в этом месте есть вот это самое важное – сила любви. Любви к родному, дорогому месту. И эта любовь транслируется другим людям как пример. Что и у вас может быть так. Ну давайте, жгите. Бабушек и дедушек, папы, мамы, детишек. Пожалуйста, если у вас есть возможность, почаще приезжайте к нам в деревню. Ну не к нам, а к своей деревне, откуда вы родом. У меня прадед Макеев. Брат! Спасибо вам! Да, отлично! То, что мы прививаем нашим детям, прививаем взрослым о том, что можно прийти погулять, получить массу удовольствия именно от культурного мероприятия, ну и, конечно же, получить еще и удовольствие от того, что в движении, ну а движение – жизнь, и когда это все на природе, в прекрасном месте, в жемчужине Тульской области, да, то есть в музее-усадьбе Поленова, имени Поленова, конечно же, для нас это отрадно, и Министерство спорта, и правительство Тульской области будет и дальше поддерживать, будем дальше развиваться, будем дальше двигаться. Прошлое художественное Поленова, все вот это наследие, и я чувствую сопричастность, я чувствую, как территория пропитана таким духом творчества, и я чувствую единомышленников, поэтому мне здесь очень комфортно.
лето 24-го года, Поленово, масса эмоций, спортивных результатов, дети, взрослые, все, всех пытаемся научить, всем пытаемся дать ракетки, ну и плюсом еще получить массу удовольствия от спорта и от концертов, которые здесь проходят, от джазовой музыки, которая просто великолепно звучит. Я восхищен, как вот за парком следят, за всем. Вот я вижу эти дорожки и ощущение покоя, мира и что-то такое, знаете, духовное даже есть. Какая-то духовная, душевная сила здесь, я чувствую. Кому лучок? Лучок для шашлычка. Тебе тоже для маринада с черным хлебом, только помой. Еще кому лук? Морковка свежая. Только что из грядки. До зимы сохрани. Пригодится. Чиполлино, хватит разбирать фрукты. Держи, для тебя чиполлино. Морковку? На, тоже помой. Так, друзья, овощи, фрукты. В общем, кому не хватило зрелища, у нас есть продукты. Старик, держи, это тебе.